Партнер проекта – стоматологическая клиника «Ортоцентр». Добрый день! Как же мне нравится покупать! Завораживает сам процесс. Сначала перемерить кучу красивых вещей, потом найти среди них то самое свое платье, с удовольствием обнаружить, что именно на него сегодня значительная скидка, и пойти домой в полной уверенности, что жизнь прожита не зря. Но если потом придирчиво оглядеть свой гардероб, выяснится, что половина платьев куплена в состоянии аффекта. Иначе не объяснить это буйство красок, фасонов, и вообще оно уже 25-е. И потому вновь говорим о том, как правильно покупать. Сегодня хочу рассказать еще об одном правиле, которым пользуется финансовый эксперт Максим Крайнов. Он назвал его правилом $100. Суть такова. Если спонтанная покупка стоит дороже суммы, эквивалентной $100, прежде чем покупать, подождите один день. Если 300, ждете 3 дня и так далее. Это правило позволяет придирчиво оценить вещь, взглянуть на нее, как говорится, новыми глазами и вообще несколько раз подумать, так ли нужна она вам. И не забывайте о том, что закон о правах потребителей на нашей стороне. Почти любая вещь, приобретенная в магазине, имеет право вернуться туда в течение 14 дней с момента покупки. Это правило денег.